Пятый день, пятый бой, латером. Ну, хуже, чем этот черный дельфин одет. Ну, там, смотри сам, можно так же, как с черным дельфином раскаить. Он без красного берсерка? Я не помню. Нельзя атаковать. Цель находится слишком далеко. Короче, решил... Часики. Нельзя атаковать. Цель находится... Нельзя атаковать. Пулемета ему пожертвуй. Ага, не успел залезать. А я... Берцы. Ну чё там? Есть берцы? Да. Цель вне поля зрения. Ну да, он чё-то как-то тормознет. Блять, ну так-то жесть. Слушай, он, блядь, он меня убил. Блять, ты берс не откатил? Ничего? Не откатил, блядь, да, я уже чистку юзнул, а он потом мне второй раз дал. Слишком большое расстояние до цели. Цель находится слишком далеко. Большое расстояние до цели. Слишком большое расстояние до цели. Верно выбранная цель. Че, убил? Да, да. Ну, это без ББ я ему три раза дал шок. Угу. Я не смог. Ну, короче, кайте его как дельфины нафиг. Ну, ну я не скажу, что он, ну, как бы это потом поинтереснее. Игра это как бы достаточно. Нельзя атаковать. Не удается найти. Не, у него и дамаг-то, блядь, нормальный был. Ничего, это как бы не сказать же, блядь, без берса. Мне кажется, он не хуже дельфина, блядь. Нельзя атаковать. Ну как бы, блядь, сука, кайте больше. Цель находится слишком далеко. Цель находится слишком далеко. Ага.
Цель находится слишком далеко. Цель находится слишком далеко. Нельзя использовать. Это у нас одинаково очко. Третий раунд? Да. А чё за раунд? Песчаная арена. Загон? Блять, да, красный дед. 4 максимум. У тебя манажера нет? Нет, ну я залил, но... Блять, у меня хп мало. Моба убить, моба. 400 очков. Убить моба, убить ему как можно больше хп и сдохнуть. Еще можно еще раз залить, но это под немку попался. А, хуй. Убивай нахуй его. Банки не забывай жрать. Ну я сейчас самому главное под немку не попасть. Так, минута еще, минута. У тебя выпрыгивание есть? Вот только что за. Скоро берс ведь катится, слышишь? А разница в очках сколько? ББ, блядь, перс. Чекай очки, может моба убить его, хватит, и выжить. Сука, убил меня. Тихо, сейчас. Так, я пока на первом месте. Чуть-чуть, блядь, разница маленькая. Моба, не дай моба ему. И моб появился, короче, как раз с конца. Но он прыгнул к нему, но не успел. Все, выиграл? Да.